эта девочка падает в ту же пропасть, не использовав шанс на краю задержаться. И над ней парашютом раскинулось небо. Но стропы, насколько я знаю, имеют обыкновение рваться. И значит, лететь без страховки, снежинкой, снарядом, путем хорошо мне известным, не раз воспетым. Но я утешаюсь, что падать я буду рядом. Во всяком случае, мне хочется верить в это. Большое спасибо.